Около 15 белоснежных тарелок, изготовленных на императорском фарфоровом заводе, представляют целый мир капель. Именно через капли воды с помощью фантазии и воображения Михаил Шемякин рисовал своих сказочных героев. Художник наделял их характером, жестами и создавал при помощи графики неожиданные ракурсы и гротескные ситуации, складывающиеся в определенный сюжет. А добрую иронию мастер не только пера, но и слова обыгрывал афоризмами. Вот, например, тарелка из серии «Зимние потехи». Ну, «Зимние потехи» сейчас в нашем летнем Сочи. На ней изображена пара зайцев и удивительная надпись. Ведь Шемякин еще и мастер афористики. «Коли на меха знатные монет не хватило, чувство достоинства собственного и в зимний день тебя завсегда согреет». Вот вы видите, так утверждает отец заячьего семейства, с высоко поднятой головой, правда, в легком мундирчике, в зимний день гордо вышагивая по льду. Серия декоративных тарелок, созданных в 80-х в Нью-Йорке, объединена разными сюжетами. В экспозиции можно увидеть летающих зайцев и кошек вместе с Куклачевым, людей, кавалеров и других персонажей. Но каждая работа даст возможность зрителям улыбнуться или даже посмотреть на себя со стороны. Коллекция частная. Увидеть оригинальные фарфоровые тарелки в музее Николая Островского можно будет до 10 сентября.